Вот еще одна проблема. Это соединение плитки на полу и на стене. Смотрите, как тут сделал мастер, которого, честно говоря, мастером-то язык не поворачивается назвать. Вот. Но на самом деле это проблема. Многие люди даже не знают, как с этой проблемой справиться. Я вам предлагаю два варианта. Первый. На полу плитка выложена по диагонали. То есть наискосок швы вот идут по диагонали. И тогда вот таких вот ломаных нервных линий не будет. Нету никакой необходимости привязывать вот эти диагонали к верхнему рисунку межплиточного шва. Второй вариант. Мы ведем целую плитку, допустим, с потолка, ну, либо от линии верхнего края ванны, и внизу у нас оказывается какой-то обрезок. Ну, точно будет обрезок, неважно, какой он будет ширины, но суть в том, что мы нижний ряд не укладываем. Мы, наоборот, с нижнего ряда вот этого керамогранита поднимаем плитку и закрываем вот это пространство, которое осталось на стене внизу. Такой получается своеобразный плинтус из нижней плитки напольной. Вот это будет, на мой взгляд, выглядеть довольно гармонично. Красивее, по крайней мере, чем то, что мы сейчас видим здесь.